На самом деле это популяризация безналичных платежей. Люди так и так они осуществляют платежи, покупают на рынках, магазинах, торговых центрах. И когда есть такая возможность, когда они могут новых устройствах пользоваться и получать от этого удовольствие, еще они могут выиграть приз. Почему нет? Поэтому это будет развиваться в дальнейшем. Нет, если честно, нет, это вообще какое-то такое космическое совпадение, потому что я сыну обещал 1 сентября купить PlayStation. И когда вот пришло сообщение, что я выиграл, я прям, честно говоря, даже не поверил в это. А он в курсе уже? Да, он уже в курсе, он уже там ждет дома, не дождется, когда я вернусь.